действие модификатора taper приводит к тому, что объект сужается в одном из направлений воздействия модификатора. Кривизна искажения определяется параметром curve, а сила модификатора будет, соответственно, определяться модификатором amount. Направление действия модификатора будет задаваться в области taper axis. И здесь мы можем выбрать любую ось воздействия. Ну, оставим так все как есть, на пока. Вот. А если установить флажок symmetry, то наш объект будет сжиматься симметрично. Давайте попробуем. Так он сжимается, так расширяется. Симметрично. Да, полностью симметрично. То есть флажок себя оправдывает. А теперь давайте добавим кривизну. Так кривизна, так кривизна. А теперь смотрите, можно сделать вот так. Вот. И вот так. И у нас такой интересный бокал, то ли чаша для подношений какая-то. Вот, естественно, если немножко подредактировать, будет очень-очень красиво.